за что были доставлены в городской отдел полиции города Усолье-Сибирское? За изнасилование девушки. Когда это произошло? Под утро полшестого. Как это происходило? Я по девушке пришел. Он увидел ее, пошел следом за ним. И сзади напал на нее. Ее в школьную территорию завел. Это. И я там изнасиловал. Вину свою признаете? Да.